Привет, ищи, это Хаус Флиппер, и мы с тобой продолжаем наши садовые дела. Мы находимся с тобой сейчас на участке, где необходимо вырубить высокие деревья. Посмотрим на наш топорик, это во-первых. Смотрим. Топорик в руках. А вот эти деревья нам необходимо вырубить. Они, видите ли, мешают мадам, которая здесь живет. Не хотелось бы рубить такие огроменные красивые деревья, но что поделать. Приступим. Чувствую себя лесорубом. Очень классно реализована механика вырубки деревьев здесь. Так же, как в жизни. Наконец... Ой, на дом упал. Мне повезло, что это дерево дом не разрушил, еще и покатилось. Куда ты уходишь? На днище? Подожди, дерево. Я хотел тебя разрубить на бревны, потом разжечь костер. Ну вот, да уж. Но пенек остался, зато посидеть на нем можно будет. А знаешь что, я, по-моему, не то дерево срубил. Потому что прогресс срубить дерево что-то 0 из 2. Хотя здесь вот зеленое ограждение. Непорядок. Ну, раз здесь пенек есть, соответственно, и здесь должен быть пенек. Рубим и это тогда дерево. Ой, смотри, как рублю. Вот, смотри, его надо было, оказывается, под корень прям рубить, чтобы пенька не оставалось. Юху! Оно падает и на забор. Так, деревяшка. И по традиции деревяшка утапливается. Ну, так неинтересно. Можно было бы его продать, вот это было бы кайфово. Так, ну что, вот. Я срубил еще одно дерево. Я въехал, оказывается, эти пеньки можно выбрасывать. Сейчас я их ручкой так выкорчую и... Опа! И нет пенька. Сейчас вот этот тоже пенек выкинем. Все, прогресс пошел. Только почему-то мне показывает, что я одно из двух деревьев срубил. Хотя срубил я два. Во, все. Прогресс шалит немножечко, глючит его. Теперь нам нужно закопай и заполни водоем. Видимо, нам нужно сейчас пойти в магазин и купить вот этот форм Вейн Подлизун. Подлизуны. Ага, точно, смотри. В магазине такой водоем продается. Ладно, берем. Ого, смотри, какой прикольный. Давай мы тогда его посветлее немножечко сделаем. Вот такой мне больше нравится. И куда его надо здесь установить? Наверное, где-нибудь вот здесь вот, да? Здесь вот люди будут сидеть и смотреть на этот водоемчик. Вот. Теперь нам нужно его углубить в землю. Приступим. Достаем нашу навозную лопату и начинаем выкапывать. Усо, выкопали. Теперь надо все это дело сюда стащить. Вот так. И присыпать землей. Землей, конечно же, ручками все, о боже. Я все это ручками засыпаю. Вот это здесь анимация. Что ж, осталось только залить это все дело водой. Вот так поливаем. Оу, е. Водоемчик залит. Красота. И водяной фейерверк в честь окончания работ. Юху. Все. Все по фэншуй, все по красоте. Можно валить отсюда. Всего 23 тысячи рублей нам заплатили за такую работу. Крупненький заказик. Сейчас срубим мы бабла. А где задняя площадка? Где нам нужно разместить детскую площадку и гриль? Наверное, где-то здесь. Вот. Вот здесь где-то надо, да? Здесь у нас будет кофейный уголок. А здесь у нас будет гриль. Грильный уголок у нас здесь будет. Подожди, а детям где? А где детская площадка? А, вот здесь будет детская площадка, да? В самой гуще, в траве. Не, ну конечно же мы дерево срубим, чтобы, а может и не будем рубить, не знаю. И траву уберем, чтобы деткам было попроще. Что ж, давай приступим. Thank you.
Усё, территория царников у нас убрана, кофейный уголок у нас поставлен, правда кофея на нем не хватает. Здесь у нас зона гриль, вот такой вот роскошный дырявый навес, который не спасет нас от дождя. Это сама установка гриль, здесь у нас стол, где все будут трапезничать, ну а это типа лежанка-поседанка, ну и посидеть и полежать то есть можно. А тут у нас детский уголок, вот такой вот петушок, здесь песочница. Вишенку посадил, чтобы детки могли поиграть и покушать вишенку. Ну и конечно же качели, какая детская площадка без качели. В общем, получилось вот так вот кошерно, мне очень понравилось. Хозяева тоже довольны, заплатили мне, давай же узнаем, сколько они мне заплатили. 404 тысячи рублей. О, кстати, у меня новое очко умений появилось, пойдем посмотрим, что у нас там. Одно очко умений в переговоры, качаем требования от заказа минус 5%. В садоводчестве у нас два умения. Давай-ка мы сменим свою навозную лопату на нормальную. Не прочитай, что это за название. Бьюхи. Ладно, покупаем лопату. Точнее, вкачиваем очко в лопату. Звучит странно. Ладно. И выкапывание лопаты быстрее на 75%. Это качаем. О, игровая площадка вместо паркинга. Выглядит интересно. Давай возьмем, посмотрим, что там сделать надо. Прибыли! Огромнейший дом на огромную семью. Двухэтажный причем дом. Здесь у нас паркинг. Вроде бы как... Не этот паркинг нам нужно менять. Нам нужно поменять что-то вот здесь. Вот эта часть паркинга, которая ничем не занята, нам нужно изменить. Начнем с того, что нам необходимо убрать брусчатку. Берем наш продажник предметов. И все это дело продаем. Готово! Все продано. Теперь нужно рассыпать здесь песок. Оказалось, что вот этого участка с песком будет маловато. И здесь нужно засыпать все песком. Ты прикинь, все будет в песке, как в пустыне, блин. Ну вот у нас и получилась маленькая пустыня. На эту пустыню нам нужно с тобой разместить игровую площадочку. Вот такая вот у нас будет площадочка, сейчас мы ее немножечко подкрасим, перекрасим точнее. Вот так вот, мне больше нравится. Игровую площадочку мы разместили, будет она находиться здесь, теперь ее нужно установить. Готово! Роскошная детская площадочка есть. Нужно поместить еще карусель. Вот такая вот карусель за 51 тысячу. Не будет она у нас стоять вот здесь. А также нужно поместить Уганда Наклз на пружине. О божечки, неужели он здесь будет? Вот он, смотри, какой забавный. Уганда Наклз. Такой маленький и забавный. Ставим. Ну вот, игровая площадочка у нас готова. Я бы, конечно, сюда что-нибудь еще бы поставил. Но у хозяев больше нет денег. Так как у нас здесь есть еще лишний участок парковочки, мы это все дело сейчас уберем и посадим здесь растения. Продаем. То, что мы здесь сели немножечко песка, это не беда. Мы сейчас рассыпем здесь гравий и все закроем. Вот таким вот макаром. О, да. Ну и все, осталось нам посадить только несколько растений. Растения здесь нужны, чтобы перекрыть детскую площадку и парковку. Вот и все. Здесь мы закончили. На этом наш сегодняшний день подходит к концу. Давай посмотрим, сколько нам заплатят. А заплатят нам 353 тысячи, мы богачи.
Если тебе понравилось, какой из меня садовник, то с тебя лайкос, комментос под видос и подписочка, если ты еще не подписан. Ну а на этом все. Тебе спасибо, что смотрел. И пока. Увидимся в новом видео. Юху!